В следующем году Беларусь наряду с другими странами будет праздновать значимую дату – 75-летие Великой Победы. Старт череде мероприятий, приуроченных к годовщине, уже дан, отдавая дань памяти погибшим и замученным узникам концлагеря «Шталаг-354». Учащиеся средней школы номер 15 города Новополоцка высадили аллею сосен. Деревья высаживаются детьми старших классов и младших. В нашей школьной системе самоуправления существует такое вожатство, когда старшие классы берут шество над младшими классами. Вот. Тем самым их обучая, помогая в каких-то организационных моментах. И вот этот ответственный момент настал. Младшие под руководством старших аккуратно присыпают саженцы землей. Это далеко не единственная акция, которую инициирует средняя школа номер 15. Мы часто посещаем наши памятные исторические места, которые находятся вблизи с нами. Мы наводим там чистоту и порядок. Сейчас мы находимся на мемориальном комплексе «Звезда». Мы решили навестить наше место и высадить здесь аллею памяти о узниках, что здесь погибли. В активной жизненной позиции и неравнодушии учащихся школы сомнений нет. Так, в минувшие выходные школьники поддержали республиканскую акцию «Чистый лес» и совместно с Бельским лесничеством высадили около 400 деревьев. Ирина Шипко, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.